Здоровье начинается с улыбки. Уверена Анастасия Гневанова, инструктор по физической культуре цеха 51 корпорации ВСМПО «Висма». Каждую смену энергичная Настя встречает посетителей спорткомплекса «Чайка» очаровательной улыбкой, которую видно даже через защитную маску. В пандемию перечень задач инструктора расширился. Вместе с организацией и проведением спортивных мероприятий Настя измеряет температуру посетителей, проверяет наличие защитной маски и фиксирует в журнал «Кто, куда, во сколько пришел». Плюс отвечает на телефонные звонки и составляет список желающих позаниматься в тренажерном зале или поплавать в бассейне. При этом Настя все делает энергично и легко, заряжаясь активными занятиями спортом. Вообще спортом я начала заниматься с 5 класса, то есть до этого я больше, наверное, была творческим человеком, о спорте совсем ничего не знала. И вот в 5 классе у нас проводили школьные соревнования, там меня заметил тренер по легкой атлетике Чиньков Владимир Николаевич, вот, после чего начала заниматься легкой атлетикой, ну, вот затянула, мне понравилось. Остальные виды спорта, это уже у меня как бы, ну, в школе научили всему этому. Вот. Да, да. То есть учителем у меня был Готь Роман Борисович, прям золотой человек, который прям научил очень многому. На любимых дистанциях 400 и 800 метров спортсменка достигла желаемой высоты и выполнила первый разряд. После окончания школы Настя поступила в педагогический университет на специальность физическая культура, а после получения диплома вернулась в родную Верхнюю Салду и устроилась инструктором в 51-й цех. Гневанова – сильное звено в коллективе тренеров и спортсменов подразделения. Ее не надо уговаривать, чтобы поучаствовать в корпоративных состязаниях. Если надо прокрутить педали в велогонке, Настя мчится на всех скоростях. Пробежать 5-й этап эстафеты «Новатор» Гневанова без проблем на старте. А если не хватает нападающего в футбольной команде, спортсменка надевает бутсы и пинает мяч в ворота. Все делаем с легкостью, с уверенностью, исключительно для того, чтобы привлечь работников корпорации к здоровому образу жизни, чтобы занимались спортом, бросали вредные привычки, ну и просто кайфовали от спортивной атмосферы, получали только положительные эмоции. Сегодня девушка уверенно набирает опыт тренерской и инструкторской работы и привлекает к здоровому образу жизни салдинцев всех возрастов, при этом все делая энергично и с улыбкой, которую видно даже в защитной маске.